эта геопатогенная зона, в принципе, может повлиять на водителя? Вот, ну, человек, он достаточно есть с большой скоростью. А как-то она вот может в определенном моменте времени, скажем так, повлиять на его психическое состояние, на внимание? Происходит очень краткое воздействие вот таких зон на водителя, потому что пересекается высокая скорость, очень недлительное по времени вот такое влияние. Ну, если бы только он не шел вдоль, например, дорога не проходила вдоль границы тектонического разлома. Но в этом отношении я должен сказать, что нам повезло, жителям территории Югры. Почему? У нас фундамент находится на большой глубине. Ну, например, в районе Ханты-Мансийска это 5 километров. То есть 5 километров подушки, которая нас защищает от тектонических разломов. Раз. Во-вторых, у нас, хотя и говорят иногда, что выкачивается нефть, образуются там полости. Это не полости, это несколько другое строение. То есть это фактически губка, из которой выкачали углеводороды. Поэтому она не может как-то влиять? Тоже они не влияют. В этом отношении наша территория более благоприятна с точки зрения формирования природных геопатогенных зон.